Hello, здрасте, с вами Крэш Паша Паханча Пашунчик, и мы играем с вами в Кейс Аниматроникс. Мне неделю говорили поиграть в эту игрушку, говорят: Крэш, мы тебя очень просим, просто. Типа, игра страшная, здесь есть какая-то, видите, мигает лиса какая-то страшная, непонятная, робот. Короче, давайте нажимать новую игру. Так, людям со слабыми нервами и беременным, и детям не рекомендуется. Так что, если вы вдруг беременные, слабонервные, похоже, я уснул. Уже почти полночь. Или дети, то не советую это смотреть. Что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Вот это очень странно. Схожу, проверю. Как же я не хочу ничего проверять. Короче, это игрушка типа Five Days Freddy. Похоже на эту игру, но здесь немножко пострашнее. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Ага. Так, прям планшетик. Сколько все это стоит? Мне не важно, сколько это стоит. Мне стоит. Мне главное не обкаканиться. Не обкакунькаться. Так, ясно, понятно. Так, врубите планшет, окей. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но человека она все равно не заменит. Смотрите, можно мониторить. Пойду осмотрюсь. Мы находимся в D2. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Батарейка села, ладно. Так, нажмите на кнопку питания планшета, чтобы выключить. Хорошо. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми. Это еще что? Что-то нам вырубили. Включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Так, B7 надо. Урубаем фонарик. Короче, нам нужно найти зарядник от планшета. От планшета. А вот, B7, блин. А мы где находимся? Я даже не знаю, где мы находимся. А вот, мы в B1. Это нам надо пройти прямо... налево и направо. Ага. Открываем. Так, короче, игра очень страшная. У меня уже немножко мурашечки пошли. По спиночке. Так, по карте я увидел то, что нам надо идти вот так. Блин, дверь закрыта. Это меня не очень радует. Ага, так. По карте написано, надо повернуть сюда. А, вот, сюда. Окей. Аккуратно. Диспетчерская, хорошо. Мне кажется, здесь будет что-то страшное. Мы же не зря сюда зашли. Так, надо проверить каждый уголочек. О, смотрите, щиток. Это у нас свет вырубили, вот щиточек получился. Приснится уже такое. А это типа сон был. Так, уже полночь, пора идти домой. Это типа был сон, блин. Ночной вызов. Надеюсь, вы не оглохли там. Придется без выезда. Не сильно оглохли. Бишоп, прекрасная ночь, не правда ли? Да, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Да, я тебя не помню. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Очень много. Как тебе новая система камер наблюдения? Зашибись. Почему смеются? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Хорошо. Что за псих? Короче, я понял. Что со светом? Кажется, у меня дежавю. А у нас сон повторяется. Надо сходить проверить щиток диспетчерский. Что за фигня? Почему я проверяю это второй раз подряд? Блин, почему то же самое? Короче, вы поняли? О, что-то мигает, я вижу. А, прикол, короче, в том, что нам, короче, кто-то обиделся на нас. А я сделал Эми предложение, вообще этот день запомнится на всю жизнь. Начало лета, первое число, первый запуск двигающихся аниматроников. Они даже носят детям пиццу
на всякий случай сделал систему удаленного управления, вдруг с персонажем что-то пойдет не так. Увидел на складе запчастей костюм аниматроника из семейного ресторана. Старый, уже выцвел, но работает. Даже вроде бы модернизирован немного. На данный момент задача обезопасить жизнь детей, есть парочка идей, но думаю, власти откажутся сотрудничать. Хотя попробовать стоит. Начали поступать предложения других организаций, тоже хотят мои чертежи. Вынужден им всем отказать, так как нельзя нарушать пункты в договоре. Короче, это типа модель из ресторана, поняли? Которую нам сюда подсунули, ей, походу, управляют. И вот, короче, ну странно, таких крутых аниматроников типа делали аж на... В 87-м году. Опять этот звук. А, найдите код от диспетчерской. Теперь сюда нельзя попасть, теперь нам надо найти код. Блин, мне страшно. Я когда ту лису увидел, которая меня сожрала, или что это во сне было, я чуть не обкакунькался. Да что там, я орал там на все это. Вы слышали, как я орал? Вы видите это, да? А, 70-16. Почему он в крови? Боже мой. О май гад. Я забыл код. Боже мой. Я забыл код. 70-16. Боже, почему так страшно? Давайте еще раз посмотрим на аниматроника. Надо привыкнуть к нему чуть-чуть. Так, присесть нельзя. Это так страшно, так страшно. Пойдемте. Мне кажется, он нас найдет. Найдет. 70-16. Да что это за дерьмо-то такое, боже мой? Что это за слендерина какая-то? А как ввести код? 70. Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Я запомню, где щит был. Но я помню, что там не только щит был. Эта игра здесь, походу, как видите, это не только робот страшный. Здесь еще всякие привидения непонятные. Так лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Какой к черту второй щиток? Мне кажется, хватит первого щитка. Совсем. Смотрите. Здесь все видно. А, это какой-то полицейский участок. Ответственный. 85-й год уже. Ответственный за нашу группу дал задачу. Всем нарисовать необычный предмет или персонажа к Хэллоуину. Оперируя это тем, что она не хочет, чтобы наша группа была как белая ворона. И что принимать участие в выставке будут и другие группы. Мне сразу вспомнились те аниматроники из пиццерии. Нарисую я их, это же ведь не совсем обычные предметы. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это второй щиток. Температура 2... А, это климат-контроль. А где найти второй щиток? О, кстати. А, планшет не работал, потому что он не работал. А как листать, можно? Планшетник, короче, не работал из-за того, что камеры вырубились, поняли? Так, нам надо в B8 или куда? Сигнала нету. Блестит эта фигня. Так, это я. Окей. B8. Холл. А где второй щиток? И где аниматроник наш, блин? B1, B2, B3, A2.
Блин, я не знаю где. А как заряжать планшет, кстати? Это я тоже не знаю. Сколько я уже играю? Всего 10 минут. Блин. Сейв, дайте мне деньги, я сбегу. Что это? Так, еще раз. Как здесь спрятаться, кстати? Как спрятаться? Как спрятаться? Боже мой, да что так тупо? Еще раз. Врубаем планшет. Так, фонарик. G. P9. Так, здесь спокойно. 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 Ладно, пока спокойно. Врубаем. Охренеть. Так. Блин. Я слышал какой-то звук. Еще раз. Открываем наш планшетник. У меня фонарик не работает почему-то. Так, здесь ничего нету? Так, что-то блестит. Ладно, закрываем. Я просто боюсь выходить, я в планшетнике посижу лучше. Так, фонарик заработал? Может, нам на выход надо? На выход надо, может быть, смотрите. Кстати, игра русская, то есть она... Видите, как она работает? То есть здесь по-русски текст написан. Мне кажется, я зря пикаю сейчас. Очень зря пикаю я сейчас. Я очень зря пикаю. Очень зря я пикаю. Так. Планшет. Открываем. Так, это я? Меня, кстати, не видно на камере почему-то. Я не могу, я не могу просто. Я не могу, это очень страшно. Очень страшно. Написано на телефон и звонок, ответьте. Кукол, кажется, нет больше. Смотрите. Смотрите, кукла пропала. Кукла пропала. Боже мой, боже мой, боже мой. Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Он да, обожает, да, он обожает играть. Обожает, обожает играть. А я не знаю, где раздевалка. Офигеть, 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 офигеть. Вы слышите, он топает, он топает, топает. Давай. Офигеть. Это такой страшный вообще аниматроник. Вообще зачем? А зачем его сделали? Зачем его против меня поставили? Я... Так, найдите в раздевалке ключ-карту от двери с синим индикатором. Так, мне надо подождать, пока аниматроник уйдет. Обожает играть аниматроник. Это капец. Вот, это типа подарок. Аниматроник — это подарок. Подарок, который нам подарили. Фонарик надо вырубить аккуратненько. Написано, я создаю звуки какие-то. О, смотрите. У аниматроника слуха не может быть, это же робот. Так, ладно. В больнице... В университете недавно пришел в себя потерпевший Скотт. Диджей, который находился в коме 2 месяца из-за инцидента, произошедшего в его доме, в котором проник бандит.
угрожавший молодой семье, сбежавший во время нападения. Полицейский, который... Боже мой. Короче, девочки, мальчики, давайте на этом первую серию закончим. Если вы хотите еще кейс Animatronics, то ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, на подписку, пишите ваши комментарии, заходите на мой второй канал по Roblox в Instagram, ВК. Это очень страшно. В общем, очень страшно. Если понравилось, лайки. И я сниму вторую серию. Она меня сожрала. Все. Всем до свидания.